Сегодня с утра в стенах Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета играет скрипка. А это значит, что начинается отсчет последних дней лета. Проходит августовская педагогическая конференция учителей. Вы меня вставите? Конечно. Нет, Юрий Николаевич, вообще сегодня... Ну, извини, мне придется последнюю страничку менять. Хочу поздравить всех учителей города Бийска с наступающим новым учебным годом. Хочу, чтобы в новом учебном году все было хорошо.